Всем привет, дорогие друзья! С вами Евген Бро, и я вас приветствую на арене гладиаторов. И как вы видите, позади меня куча аниматроников и... Бадди! Hello, Бадди! С вами everybody! Короче, дорогие друзья, сегодня будет реально битва. Давайте подлетим, я вам сейчас покажу. У меня даже немножко начинает лагать Майнкрафт. Вы просто посмотрите, как он сильно начинает лагать. Офигеть! В общем, смотрите, здесь располагается очень много бади. Вы, наверное, знаете такую игру, это Kick the Body. Антистресс бади, да? А здесь у нас стоят страшные аниматроники. И, честно говоря, я не знаю. В общем, дорогие друзья, ставьте прямо сейчас лайк, потому что сейчас будет нереальная битва. Вот реально. Давайте вот прямо сейчас ставьте лайк, чтобы у меня компьютер не взорвался, потому что он даже сейчас немного лагает. Здесь находится 10 тысяч бади антистресса против 10 тысяч аниматроников. И сейчас будет реально битва. Поэтому лайк, подписка на канал и знаете что? Напишите в комментариях, как вы думаете, кто победит. Может быть, победят злые аниматроники. Кстати, они капец страшные, да, смотрите, страшные. А может быть, победят бади. Да, может быть, победят бади. Кстати, я вам хочу сейчас показать один момент. До того, как сюда пришли аниматроники и бади, произошел очень смешной случай. Посмотрите короткий отрывок. Кстати, друзья, я вам сейчас покажу интересную штуку. До того, как еще не началась битва, вот смотрите, мы сейчас ждем, пока прибудут аниматроники и до конца соберутся наши маленькие бади, антистресс бади. Короче, смотрите, что будет, если появится хотя бы один аниматроник. Я просто вам покажу перед началом боя. В общем, смотрите, мы сейчас поставим одного буквально аниматроника, и все эти бади очень жестко будут на него злиться. Смотрите, вот он. Смотрите, смотрите, бегут, бегут. Офигеть, и пошли такие обратно. Обалдеть вообще. Просто посмотрите, просто... Просто наваляли этого бедного аниматронику. О боже мой, это так было смешно. Я не знаю, а ты что здесь маленький остался? Иди к своим братанам. Смотрите. Эй. Не, вы видели, да? Сейчас мы сейчас его вернем. Так, давай. О, все, он вернулся обратно в строй. Капец, друзья. Ну ладно, сейчас дождемся, пока появятся все остальные и начнем битву. Ну согласитесь, это было смешно. Они такие побежали, такие маленькие. Обалдеть. Ладно, все, давайте. Круто, да? Они там типа все такие побежали и пошли бить одного аниматроника. Ну а теперь такой номер не проканает, да. Вы просто посмотрите, аниматроников очень много. И бади тоже очень много. Вы скажете, а Евген, бро, а как ты заставишь их драться? Смотрите, вокруг, ну, у меня есть палка в руках. Вот она. Когда я нажму воздух и вот здесь разморожу всех, то есть вот эти мобы, они заморожены. То есть бади заморожен. Аниматроники заморожены. Но как только их разморожу, начнется битва. Я не знаю, мне на самом деле, друзья, страшно. Потому что, вот вы спросите, да, вот типа я вот спросил, за кого вы болеете. Вы написали, да, там кто-то написал за аниматроников, кто-то за бади. Я на самом деле болею за бади. Я хочу, чтобы они выиграли, потому что они, смотрите, какие милахи. Как могут такие милахи проиграть аниматроникам? Так, ладно. Хватит болтать, скажете вы в комментариях. Давай начинать. Ну что ж, друзья, вы готовы? Я не слышу, вы готовы? Ну ладно, давайте устроим арену. Да, настоящую арену. Так, я даже не знаю, как лучше, может быть, взлететь. Кстати, смотрите, как с высоты это все смотрится. Обалдеть, вот это, кстати, с высоты смотрит. Ой, смотрите, они как будто исчезают. Блин, прикольно. То есть я настолько высоко взлетел, что они даже исчезли. Так, ну что ж. У меня сейчас может взорваться компьютер, друзья. Если у меня сейчас взорвется компьютер, это будет на вашей совести. И это все делаю ради вас, чтобы посмотреть, кто победит. Ладно. Раз. Лайк поставили? На канал подписались? Ну все. Если вы это сделали, давайте. Раз. Два. Три. Ой, смотрите, меня даже начинает пролагивать. Они начинают драться, смотрите. У меня начинает лагать Майнкрафт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотрите.
Они начинают, короче, друг друга калашматить. Офигеть, начинают бить. Все, битва началась. Я не... Там, короче... Ой, кто-то уже начинает там рипаться. Кто-то, короче, фигарит. Ой, это жесткая битва. Смотрите, падают аниматроники. Падают маленькие бади. Я не знаю, кто останется в живых. У меня очень жестко лагает компьютер. Не-не, ну сейчас, кстати, нормально, да? Более-менее нормально. Смотрите, они тут фигарят друг друга. Аниматроники падают. Падают бади. Я не знаю, друзья, кто победит. Потому что... Пока шансы равны. Все, вообще у меня нормально все развисло. Смотрите. Ой, подождите. Бади победили? Офигеть. Вообще с огромным отрывом победили бади. А че так быстро-то? Они че такие сильные, что ли? Смотрите, у аниматроников вообще не было шансов. Бади просто их вывезли. Офигеть. Ну-ка, а если все пересоздать? Ну-ка, пересоздаем. Офигеть, вот это жесть. Вот это бади крутые. Слушайте, а если Херобрина вызвать? Ой, куда они... Ого, они куда-то пошли, смотрите. Сами. Они строятся. Они услышали слово Херобрин? Слушайте, я на самом деле не думал, что так про такое произойдет. Так, ну что ж, давайте попробуем Херобрина призвать. Бади справились с Херобрином. Ну, не знаю, с Херобрином справятся, нет? Херобрин вошел в игру. Ну, бади, да, что-то не хотят, король. А, сейчас исправим. О, все, 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 погнали, погнали. Смотрите, они начали бить Херобрина, но ему вообще пофигу. Блин, отлетают бади. Ну-ка, давайте. А что вы не помогаете своим братанам? Идите, идите, помогайте своим братанам. Давай, 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 пошли. Кстати, а если другого Херобрина призвать? Более жесткого. Да, вот этого, ну-ка. Опа, 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 пошел, пошел такой. Так. Ой-ой-ой, все, 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 погнал, погнал. Ой-ой-ой, нифига себе. Он поджег всех бади. Еще вызвал всякую дичь. Так, звуки чуть-чуть убавим. Давайте вот так где-нибудь. Офигеть, смотрите, вот это жесть, бой. Ну, Херобрина, мне кажется, они не одолеют. Хотя, кто его знает... Офигеть! Не, Херобрин слишком жесткий для бади. Ого, он еще взорвал пол арены. Офигеть, просто снес наших маленьких бади. Ну, бади для антистресса и создан. А здесь, короче, все нормально. Офигеть. Короче, убираем Херобринов. Ну, нафиг. Жесть. Ого, не телепортироваться умеет. Куда вы в огонь-то идете, маленькие бади? Я, конечно, понимаю, что вы антистрессы, но, блин. Надо потушить арену срочно. Вызываем дождь. Дождь, приди. Дождь не приходит. Ладно, сейчас все само потухнет. Офигеть, вот это было круто. Да, в общем, дорогие друзья. Так, сейчас звук чуть прибавим. Дорогие друзья. Я убрал Херобринов, чтобы бади никто не трогал. Ну, короче, как мы поняли, среди, кто круче, аниматроники либо бади, определенно бади. Они аниматроников вообще разобрали. Против Херобрина они были явно не готовы. Поэтому я думаю, чтобы все было честно, мы в следующей серии устроим битву. Я не знаю, против кого вы хотите. Короче, дорогие друзья, пишите в комментариях, а против кого сразится бади? То есть бади должен сразиться против кого? Не знаю, там Балди, Грэнни, Херобрин, Дракон Эндера. Может быть, еще кто-то. Да, в общем, дорогие друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пишите, против кого еще сразится маленьким бади. Да, обязательно в комментариях напишите. Я почитаю все комментарии, обязательно прочитаю ваши комментарии. В общем, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был Евген Бро, и в этой серии мы выяснили, победил Бади. Hello, everybody, с вами Бади. Все, всем пока-пока.